Это радиатор основной на Nissan Tiido. Такого вот основной радиатор есть у меня в наличии на Nissan Tiido. Посмотрите, вот здесь вот трубы под охлаждение. Автомат коробки нету. Вот первый выход. Вот здесь вот второй выход. Вот это вот заливная горловина идет. Вот тут вот надпись Nissan есть. Это говорит о том, что это оригинальный основной радиатор. Так, сейчас я... Дальше продолжаем делать видео. В общем, я отсюда плату бок снял. Здесь вот внутри антифриз еще есть. Так, касательно радиатора, то вам предстоит его поставить, проверить. В случае неисправности вернуть обратно. Какой-либо 100% гарантии на его 100% работоспособность нету, только методом тыка поставите, проверите, в случае неисправности вернете обратно. Такой вот основной радиатор есть у меня в наличии на Nissan Tiido. Здесь у нас еще написано кольцоник, сделано в Японии. Так. Упс. Я этот радиатор привез из Эмиратов, с Дубая. Там я целиком мини-моду покупаю. Потом эту мини-моду разбираю и потом все это сюда в Астану отправлю. В Астане мы находимся по адресу Аспандьяра Кинжина, 5/5, магазин автозапчастей Audi Mart. Вот такой вот радиатор основной есть в наличии на Nissan Tiido. В общем, если необходимо вам отправить в какой-либо город, то без проблем я отправлю этот радиатор. Без проблем. По индрайверу отправляю. Такие вот дела, в общем. Вот, в общем, такой вот радиатор на Nissan Tiido у меня есть в наличии. Его только поставите, проверите, в случае неисправности верните обратно